Здравствуйте! На государственном телевидении Западная Армения очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире. Президент Западной Армении Армен Акабраамян направил поздравительное послание ассирийской общине по случаю праздника Хаб-Нисан. Состоялось очередное заседание правительства Западной Армении. 28-летие освобождения Карвачара. Строительство новостроек планируется в двух районах Степанакерта. Армения пишет новую историю на пути к чемпионату мира 2022. Следы бронзового века были обнаружены в провинции Шернак в Западной Армении. Республиканский конкурс молодых композиторов имени Эдуарда Мирзаяна пройдет в Ереване. Семья Караоке Бабджана просит перечислить сумму денег на цветы и венки на счет Центра реабилитации защитника Отечества. Президент Западной Армении Армен Акабраамян направил ассирийской общине поздравительное послание по случаю праздника Хаб-Нисан. Об этом сообщает пресс-служба президента Республики Западная Армения. «Сердечно поздравляю наших ассирийских сестер и братьев в Западной Армении и во всем мире с Новым годом Хаб-Нисаном. Пусть этот праздник возрождения природы, любви и плодородия станет началом нового счастливого года. Пусть Новый год принесет благополучие вашим семьям. Наши народы на протяжении тысячелетий не раз сталкивались с испытаниями. Они видели трагедию геноцида в тот же период истории. Но эти испытания еще больше укрепили нас, и я уверен, что справедливая борьба за свои права достигнет своей победной точки. Убежден, что многовековая армяно-сирийская дружба будет продолжаться и укрепляться. Поздравляю с Хаб-Нисой», — говорится в послании президента Западной Армении. 31 марта состоялось очередное заседание правительства Западной Армении в режиме онлайн. Заседание проходило под председательством премьер-министра Седы Меликян. В заседании также приняли участие президент республики Армен Акабраамян. Перед началом заседания участники почтили минутой молчания память командоса Аркадия Тертадеосяна и мастера Каро Караоке Бабджана. Повестка дня заседания включала 8 вопросов, 4 из которых не рассматривались, один вопрос был тайным. Обсуждались вопросы, касающиеся дипломатических представительств и их работы. 27 марта 1993 года армянские войска начали операцию по освобождению Карвачара. 1 апреля Карвачар был освобожден благодаря борцам за свободу Арменаку Абраамяну, Овсепу Овсепяну, Володе Аветисяну, Саркису Карапетяну, Мише Тадевосяну, Юзефу Нерсесяну, Вигену Абраамяну и другим отважным сынам Армении. 2 апреля армянские силы двинулись вперед, а через 3 дня были размещены у перевала Омар. Операция в Карвачаре началась ночью 31 марта около полуночи. 1 апреля через 25 километров армянские войска уже находились в центре Карвачара. Были заняты две боевые позиции, первый в 7 утра, а второй около 10:30. Освобождение Карвачара было очень важно для безопасности северных и северо-восточных границ Армении и Арцаха. Карвачар был важным стратегическим пунктом для армянской стороны, в результате освобождения которого была установлена стабильная связь между Арменией и Арцахом. Линия фронта была значительно сокращена, обеспечив тыл Мартакертского района. Эта часть Западной Армении оккупирована турецко-азербайджанскими войсками с 9 ноября 2020 года. Произведение «Карвачар. Долг нашей чести» Левона Минасяна вышло в свет в 2013 году с подробным описанием освобождения Карвачара. В результате войны в Степанакерте было полностью разрушено около 40 зданий, нуждающихся в капитальной реконструкции. Об этом Арменпресс сообщил первый заместитель мэра Степанакерта Самвел Гулян. В настоящее время в Степанакерте ведутся ремонтные работы на различных объектах. В частности, ремонтируется здание 10 школ, подвергшихся обстрелам. «Идет замена поврежденных окон и крыш», — сказал Гулян. По словам заместителя мэра, самый крупный и ответственный проект — это строительство нового участка братского кладбища городского мемориала. Затронув проблему нехватки жилья в Степанакерте, заместитель мэра отметил, что жилье Личная проблема была серьезной еще до войны. В настоящее время ведутся обмерные проектные работы по строительству многоквартирных домов в двух пригородных районах Степанакерта. Таким образом, это обеспечит сбалансированное развитие столицы. Вопрос обеспечения инфраструктуры. В матче третьего тура отборочного раунда чемпионата мира 2022 года сборная Армения приняла команду Румынии и выиграла со счетом 3-2. 8 игр без поражений, 4 победы подряд – лучший результат в их истории. Армения пишет новую историю на пути к чемпионату мира 2022 года, написала FIFA на официальной странице в Твиттере, посвященной чемпионату мира 2022 года, сообщает агентство Армспорт. Фрагменты скалы с изображениями людей и животных были найдены в провинции Шернак Западной Армении. По оценкам специалистов, изучающих местность, эти изображения относятся к бронзовой эпохе. Обломки скал расположены очень близко к историческому шелковому пути. На них выгравированы рисунки с изображением человека. Также обращают на себя внимание изображения верблюдов и лошадей. Археологов восхищают фигуры людей и животных, найденные на скалах. Различные скалы встречаются впервые в этом регионе. Археологи начали работу по определению этого региона как охраняемой территории первого класса. Планируется взять регион под охрану. Гравюры уже зарегистрированы. Территория, которая находится в непосредственной близости от исторического шелкового пути, также должна быть защищена.
По инициативе Союза композиторов Армении с 10 по 13 мая пройдет ежегодный республиканский конкурс молодых композиторов имени великого композитора, народного артиста СССР Эдуарда Мирзояна. Как сообщает Арменпресс, как и в предыдущие годы, в 2021 году армянские авторы до 18 лет будут иметь право участвовать в этом конкурсе имени Мирзояна, попав в две возрастные группы. Всем участникам будут вручены сертификаты об участии, поощрительные подарки, а также будет возможность записаться в акустической лаборатории Ереванской консерватории. Победители обеих групп, а также учителя участников-призеров будут награждены денежными призами. Заявки необходимо отправить на страницу конкурса в Facebook до 10 мая. Проект реализуется при поддержке Министерства образования и науки Республики Армения в партнерстве с Ереванской государственной консерваторией. Семья постоянного представителя Арцаха на Ближнем Востоке Кароке Бабджана сообщает, что Кароке Бабджан будет похоронен завтра, 2 апреля в 14:00 в военном пантеоне Ер-Абалур. В связи с обострением эпидемии коронавируса сегодня не будет официальной панихиды, и семья просит перечислить предназначенные для Кароке Бабджана сумму цветов и венков на счет Центра реабилитации защитника Отечества или на счета общественной организации Федерации кунг-фу Армении, учрежденной Кароке Бабджаном. Семья Кебабджан также благодарит за то, что помогли разделить боль тяжелой утраты. Напомним, вчера 31 марта скончался постоянный представитель Арцаха на Ближнем Востоке Каро Кебабджан. Далее для вас Варужан Маркарян, Овзар Манали. Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня все. Желаем вам всего хорошего.